О, как тебя зовут? Антон. Антон, молодец, поймал ротана, ага. Угу. На что ловишь? На червей болотных красных. Угу. Не на полосатиков? Нет. Угу. Ясно. Далее, ребятки. Поймал, короче, 3, да, карасика? Угу. И ротанов штук 10, наверное. Не, по-моему, карасики 4, нет, 3. Ну, карасики такие нормальные. Покажи крупного самого. Ой, держи, держи, держи. Ё-моё, ты чё упустил карася? Ой, сейчас. Ну ты даёшь, Антоха. Зато мы это засняли. Не повезло. Кому, карасю? Ты, карва. Карасю не повезло или тебе? Мне. Нормально, чё? Результат нормальный. Так вот, друзья, как у тебя канал называется? Топ Антон. Топ Антон, короче. У тебя там подписчиков много? Нет, я не дам. Ну понятно. Давайте на молодого рыбака, друзья, подписывайтесь. Топ Антон. Ну, у тебя, конечно же, садок-то умный. Но только он сильно близко к этой, к воде тут. Да. И это, друзья. Караси вот так и выпрыгнуть могут. Ну что, зато теперь я знаю, что здесь смело можно рыбачить. Знаешь почему? Потому что тут карась остался один. Это 100% тут его можно будет поймать когда-нибудь. Ну вода уйдет, лучше будет. Угу. Ты что, пешком пришел? Ну. Недалеко живешь? На пристани. А там где? Возле крана. На какой рабочий? А? На какой рабочий? Или ты возле остановки живешь? Нет. А как фамилия? Вишкарев. Нет, такого не знаю. Ты прям возле остановки живешь? Да нет. Подожди, или ближе к низкоцену? Да, ближе. Угу. Там рядом с болотом. Ну ясно. Ну молодец, что? Сколько тебе лет? 12. 13 лет, 3 карася и ротанов. Видали, друзья? И сколько ты сегодня тут уже отсидел? Угу. Весь день. А сейчас почти 7 часов вечера, друзья. Вот такими вот заядлыми рыбаками становимся с молодости. Я вообще с 4 лет рыбачу. Нет. Ну вот, а я в 4 года уже своего первого карася поймал. На 250 грамм. А, наверное, лет в 7 я уже на лед стал выходить. Я зимние рыбалки первый раз начал. Нынче, да? Не, а в 5 лет. У-у-у. Зимой поймал этого. Чебака? Не. Окунька, ерша? Ерша? Ну, ерш — это распространенная рыба, друзья. Так что вот, смотрите, Антоха как молодец ловит-то. А на щук не гоняешь? Спиннинг взял, не укидал, тут одна сорвалась. Вот здесь? Да, она и не имела. Вот здесь, что ли? Да. Да ну нафиг, что, щука? Ну, вон там, вон, на мелководье надо кидать. Тут обалдеть, вообще... а я не знал, что тут, тут щучки. Тут ее вообще нет. Офигеть. Я даже не знал. Вы видали, друзья, как он ротанов-то таскает? Может, мне тоже тут порыбачить? Порыбачить? Я вот тоже думаю, а где тут можно порыбачить? Хоть где, да? В 2 крючка больше. Но я не в 2, я на 1 ловлю. Это, а где ты говоришь, тут сесть и нормально будет плевать? Хоть где? Да, ну вот тут лучше. А поглубже, вон там где-нибудь, да? Не, будет? Вот тут поглубже, там мелко. Да? Ну ладно, сейчас, друзья, проверим, что кого, как тут. Может быть, вам покажу, что тут под водой, но тут сильно мелко. А, мордушка, что ли? Че? Ясно. Такие вот облачка. Ну что, друзья, поймал сегодня первого карасика, блин. Антон, у тебя больше был или нет сегодня? Такой же. Такой же был? Может быть, и твой попался. Вы все видели прекрасно, как он убежал, карась у него. Но вот этот карась, кстати, нормальный, блин. Вот таких бы поймать на жареху было бы вообще четко. Ну ладно, все, друзья, всем пока. Ждите дальнейших отчетов. За верхнюю губу, как Мурат говорит, за нижнюю, у меня за верхнюю. Ладно, всем пока.
Все, друзья, поймал еще карасика небольшого. Ну вот, по сравнению, видите, карасенок какой. Ну и ротанчиков поймал тут. Сколько есть. Ну, чем богаты, тем и рады. Пожарим сегодня в муке. Антоха тоже поймал уже при мне. Два или три, да, уже? Три уже, да, сейчас вечером? Вообще нормально, блин. Дождик такой идет, блин. Я, короче, одел плащ. Капюшон не одел. Ладно, всем давайте, удачи. Ждем дальнейших поклевок. Ну что, друзья, поймал вот два вот таких карася. Вот этот даже крупнее, чем у меня был карась. Уже поймал я, наверное, ну, штук 6, наверное, карасей. Вон, Антон, покажи пакет. Вот, видите, друзья. Карасики, ротанчики тут у меня. Короче, получается, так, 4. 4 карася. Так, ого. Так, 6, 7. Так, 6. А, 6, 7. 7 карасей всего поймал, друзья. Но это нормально, как бы. Жареха будет нормальная, друзья. Получается, нормально сегодня порыбачил. Вот такие вот дела. Покажи, Антон, это штиль какой. На озере прямо. Не на озере, а на луже такой вот штилек. Классненько все. Спокойно, дождик перестал. По планам у меня сегодня сходить рано утром пойду. Меня он клюет на вот эту удочку. Сейчас поснимай. Может, тут все попадет. Сейчас руки обтеру. Начинает так. Нет-нет, ротан перестал клевать, а карасик нет-нет, да клюнет. Вообще нормально как бы получается. Поклевочка у меня вот. Можно сказать, за 3-4 года самая такая нормальная рыбалка на карася сейчас началась. Я знаю, что вы много ловите, друзья, но мы чем богаты, тем и рады. Вот здесь что-то подшатывает, непонятно что. Карась, что ли, давай сейчас посмотрим, может быть, я его вытащу. А, не, не выключился. Вон даже как. Ну вот, друзья, Антон поймал. На что ты сегодня ловил, Антон? Червяк. Удочки, червяк, да? Нет. Прикормка, что за прикормка у тебя была? Для чебаков прикормка. Самодельная? Нет, купленная. А, купленная, да? Ну понятно. Вот, друзья, смотрите. Карасики вот такие вот, ротанчики, короче. Ну, кому интересно, паузу нажмете, сосчитаете, сколько Антоха поймал в свои 13 лет, ага? Ну это нормально, друзья. Так что вот, вот такие вот дела, такой вот отчет. Потом перед домом я свою рыбку выложу. Ну ладно, давайте, друзья. Так, ладно, Антоха. Сейчас, ребята, прямо здесь козу видал. Вот сюда прямо пришла и туда убежала. Наверное, на ту сторону перешла. Сейчас посмотрим. Скорее всего, на ту. Была вон там, вон возле того куста. Я даже удочку бросил. Карася только вытащил, встала на меня, увидела и убежала сюда. Батарея скоро сдохнет, друзья. Поймал штук 10-12 карасей, прям таких лаптей хороших. Обалдеть. Я не ждал ее тут увидеть. Ну, что, ходят тут они. Ладно. Пойду хоть карасей вам покажу, если хватит батареи. Кстати, вот такая луна уже светит у нас. Вот. Короче, друзья, сейчас вам постараюсь по-быстренькому отснять, что у меня в пакете есть. И это... Потом рыбачить буду, если что поймается. Если батарея у меня сдохнет, она вот-вот уже должна. То хрен с ним, вам в отчете просто потом скажу, что было. Пауза. Итак, друзья, вот мои лапти. Прям вот, смотрите. Так, друзья, вот, смотрите, сколько карасей. 11 штук. Прям такие вот нормальненькие.
Прям грамм. Ну чё, друзьяшки, сегодняшний отчет вот. Карасики лежат на фоне метровой линейки железной и ротаны. Короче, 16 карасей у меня вышло. 4 сошло хороших, прямо вот как вот почти крупный. И ротанов у меня получилось 27, по-моему, штучек. Вот карасик лежит такой вот, грубо говоря. Сами считайте размер. Вот самый большой карась. Так что вот такие, друзья, дела. Сейчас Антошке сделаю отчет. Ну что, друзья, вот запустил я их в ванну. Плавают. Карасяры. Карасики, блин. Классные караси, ё-моё.